Всем привет, с вами Давилыч. Сегодня я расскажу вам, куда же пропал стрим, где я мучаю китайский SSD Kingston KC3000. Кстати, сегодня на AliExpress из продажи пропали практически все компьютерные комплектующие, в том числе и SSD, купить нельзя. Более того, пропали даже целые магазины. Если у вас есть информация по этому поводу, напишите в комментарии, обсудим. Многие могли заметить, что со вчерашнего вечера больше нету стрима у меня на канале, где я мучаю китайский Kingston KC3000, который был куплен на AliExpress. Да, я покупал на Авито, но какая разница? Продавец-то купил его на AliExpress. И ответ здесь простой. Вы можете увидеть, что до сих пор тестируется SSD. Более того, добавился второй SSD. Но где же стрим? А стрим, друзья, на втором канале. Специально для этого я создал канал Pro SSD Test. И именно там сейчас будет вечный стрим, где я буду тестировать SSD. Более того, тестовая сборка у нас переехала вот в эту нишу. Здесь теперь стоит маленькая материнская плата Z690 Gaming от Asus. Там же у нас Проц 12400, который загружался под 100%, а как я выяснил, загружался до сотки он из-за встроенного антивируса. Все отключено, все работает сейчас нормально. Охлад Thermalright Macho RFB, оперативная память XPG Lancer Blade DDR5 6000 МГц в XMP профиле, все выставлено. Обзор, кстати, был недавно на канале. Блок питания Gigabyte UD850GM. Полупассивный, вентилятор не крутится. В общем-то, все. А, системный SSD Intel Optane P1600X на 118 гигабайт. А почему бы и нет? И вот все это сейчас стоит здесь. Два SSD охлаждаются вертушечкой 120-миллиметровой. Все той же. И теперь там два SSD, но разные методики тестирования. Первая SSD методика осталась неизменной. Это у нас в рамках SLC кэша, забивается примерно 300 гигабайт, удаляется, забивается, удаляется и так далее. Скорости максимальные, SSD быстро теряет ресурс, но при этом до сих пор работает. Более 2 месяцев, уже там практически 6 петабайт записано. Вторая же методика тестирования у нас иная. У нас записано 300 гигабайт статических данных, которые там находятся и будут находиться всегда. А вот оставшийся объем у нас практически полностью заполняется, то есть это более 600 гигабайт и удаляется. Да, из-за того, что у нас есть снижение скорости после заполнения SLC кэша, у нас все это происходит медленнее, но для меня важно убить SSD максимально быстро. Поэтому при какой методике из этих двух у нас SSD умрет быстрее, все оставшиеся SSD будут тестироваться именно по ней. Так что, друзья, не переживайте, стрим никуда не делся, он просто сейчас на отдельном канале про SSD тест. Обязательно подписывайтесь, очень хотелось бы там набрать подписчиков. Ну и продолжайте вместе со мной наблюдать, когда же умрет Kingston KC3000, купленный на AliExpress. Начинка, как у оригинала, вообще никаких вопросов. Это Phison E18, 176-слойная микрон память. Но, блин, сколько же он проживет? Если у вас есть какие-то идеи, темы, как можно методику изменить, сделать по-другому, без утилиты Anvil Storage Benchmark, но при этом автоматизировано, пишите в комментариях. Все читаю, смотрю, обсудим, посмотрим. Ну и подписывайтесь на новый канал Pro SSD Test. На этом у меня, друзья, все. Дальше на этом канале будут снова обзорчики разных SSD накопителей и не только. Поэтому увидимся совсем скоро. Пока-пока!